По данным Управления энергетики и ЖКХ, на сегодняшний день на угольных складах в областном центре дефицита твердого топлива не наблюдается. В этом убедился наш корреспондент. На сегодняшний день Управлением энергетики и ЖКХ на ежедневной основе проводится мониторинг ценообразования и накопления угля в тупиках Павлодарской области. В целом в областном городе Павлодар на сегодняшний день имеется 4 крупных угольных тупиков. На сегодняшний день запасы угля составляют 2400 тонн. Одним из таких крупных угольных тупиков это сегодня АВС Павлодар. На данном тупике, как вы видите, имеется запас 2400 тонн угля. В управлении утверждают, что уголь имеется согласно спросу населения. Поставка и отгрузка осуществляется в штатном режиме. В целом отмечается наплыв населения в осеннее время года и в начале января. За раз в одни руки в среднем отгружается 5-6 тонн угля. Управлением энергетики призывает население заблаговременно до наступления холодов запасаться углем. Данный вопрос на постоянном контроле находится управлением. Заявки на доставку угля с тупиков на разрезы поступают ежедневно. Твердое топливо доставляется до места назначения за 5-7 дней. Евгения Мягченко, Досымбек Тукай, Ертыс-Акпарат.